Всем привет! Что будет самым востребованным в ноябре по версии ежемесячной рассылки Shutterstock, мы узнаем в этом видео. В ноябре пользователи будут искать визуальные материалы, демонстрирующие ученых, которые исследуют COVID-19, инклюзивные рабочие места, зимние сцены в холодных тонах и вертикальные видео. Чтобы получить наилучшие результаты, демонстрируйте в своих материалах людей разной этнической принадлежности, пола, возраста, телосложения, а также людей с характерными особенностями. Не забывайте про релиз на собственность и разрешение моделей. Теперь подробнее о каждой теме. Исследование и лечение COVID-19. COVID-19 полностью изменил нашу повседневную жизнь. Пока медицинские эксперты работают над лекарством, заказчики будут искать визуальные материалы, чтобы изобразить этот важный процесс. Заказчики будут искать изображения пациентов, которые стоят в очереди или ожидают лечения. Востребованными будут снимки докторов, медсестер и других работников здравоохранения, которые оказывают медицинскую помощь. Добавляйте изображения научного оборудования, лабораторий или фармацевтических предметов и специалистов, которые с ними работают. Увеличьте количество загрузок, добавив яркие иллюстрации ответственных людей, которые соблюдают социальную дистанцию и носят маски. Вторая категория – это инклюзивное рабочее место. Образ лидерства в бизнесе, гостиничной индустрии, медицине и других сферах жизни изменился. В своих работах нужно подчеркнуть эти изменения. Демонстрируйте изображения женщин и представителей меньшинств, которые руководят виртуальными встречами. Делайте снимки успешных женщин-шеф-поваров. Загружайте изображения женщин, которые управляют кухнями ресторанов и работают с персоналом. С ростом внимания к медицинским работникам растет и спрос на изображения. Делайте снимки женщин-врачей, хирургов и других специалистов, которые работают с людьми. Большим спросом будут пользоваться изображения женщин и представителей различных культур. Следующая тема – зимняя тематика. Приближается зима, а это значит, что люди будут больше времени проводить дома. Подчеркните это визуальными материалами в холодных зимних тонах. Изображения с зимней тематикой будут очень востребованы, поэтому делайте снимки самых разных моделей, одетых в соответствующую белую одежду, чтобы увеличить количество загрузок. Абстрактные изображения становятся все более популярными, поэтому загружайте абстрактные фоны и текстуры с синей, фиолетовой и серебристой цветовой палитрой. Серые и серебристые цвета придадут вашей работе сезонное настроение. Воспользуйтесь этим и включите эти оттенки в свои иллюстрации и векторную графику. Также руководство отмечает рост популярности вертикальных видео. Для того, чтобы вертикальные видео были приняты на стоке, их необходимо отправлять в горизонтальном формате. Пробуйте загружать вертикальные видео, на которых люди готовят и ужинают дома. Шаблоны фона и видео, которые подходят для экрана телефона, будут пользоваться большим спросом, особенно в приложении Shutterstock. Создавайте потрясающие видео о путешествиях, а также клипы на тему природы и животных. Вертикальные видео такого типа особенно вовлекают пользователей и будут очень популярны. Снимайте вертикальные видео с людьми, которые живут полноценной жизнью, занимаются спортом, танцуют, хорошо проводят время. Такие видео вызывают искренние эмоции, увеличивая количество загрузок. На этом на сегодня все, и удачи на стоках! Всем пока!